Всем привет, с вами я, Евром. И сегодня это первое видео после ухождения. Извините, пожалуйста. Это первое после видео укажу времени. Мы на эту секунду будем играть в Бэдвардс. Так что, кто любит Бэдвардс и кто не любит, можете оставить. Хорошо, я придумал, да? Патч тут я сколько написал. Так что монтажеры сделают вот так. Не подпишите, ладно, не будут это делать. А я не люблю, насколько мне человек нравится. Вспомни. Давайте с красных. 15 секунд будет. 10 секунд. 9, 8, 7. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Пуск. И назад идем. А, нас даже больше. Это раз, два. Ты, я шлю. Ну, я первый. А что, блин? Ну, я красных выбираю. Русский геймер решил, блин. А, вот это русский. Да, конечно. Ну, как-то они странно делают, потому что... Ну, гейвардер какой-то упал в бездну. Ни одного золота не хватает. Ой, не золота, а всё. Итак. Вот так надо. Что я хорошо в Бэдвардс играю. Ну и вот такие бесят, вот стоят и не дают другим. Кровать посещаю. Нам уже строить, я смотрю. Мы сейчас подохнем. Идите, тяните кровать. Ну один стоит уже, нафига, долго. Я не понимаю, почему. Тут какую-то позу. Надо афилёса-то, блин, принимать какую-то, блин. Потап. Буду убит игроком, блин. Тяжелый ник. Нет, не хватает. Вот если мы будем кровать делать, то будет фиаско. Что-то как-то залагает. Ну правда, бесит такие. То... Господи, как они меня бесит. Вот стоит. Еще что, уйди. Ну иди. Вообще, конечно. Так кровать невозможно защитить. И золото все не ко мне, блин. Играй, я хорошо. Вот, господи, дайте мне вот... Ну я любам играл, вот сейчас. Я начинаю. И то не хватает, блин. Значит, мы, блин, проиграем от них. Раз ютубером над ним игра, которую вообще мы не договаривались. Я защищаю кровать. Нашу подлинную бездну. Мне теперь. А он и покинул игру. Прекрасно. Все, у нас 7 железа.
Это новокатский. Вот так на него сейчас пойду. Я, конечно, за долго это, да? За тупость и за эту навороченность. Наверное, не хватает. Вот так. Видите, он у вас сейчас дурак, что ли? Он к ней выкидывается. Играть, что ли, не умеет лошара? Мне кажется, я буду лошары, которые сломали кровать, не успеют поставить. Ну, сегодня. Убей меня. Господи, какие тупые же эти игроки. Вот в реальной жизни они вообще кидают. Мою кто-то поступит. Кто не поступит, то лошара. Все равно 4. Надо было это. Блин, я к ним попал, что это. Них. Наша парочка команда. Блин, мы проиграли, потому что один АФКшек и не давали нам это. Железо, которое накопили. Поэтому это. Я все. Так что. Так, назад. Один тоже такой же знает. Просто на других где-то спереди, там сбоку. Сейчас просто стоим. И ждем. Просто стоим и ждем. Первое золото. А нутка 14 упала. В бездну. Может, вы нашу кровать защитите? Да. Нюхты-пухты. Теперь я теперь так же буду. Это, как они стояли. Сейчас накоплю себе больше этого. Кабан. Кабан я добрый просто, как будто. Ютубер. Стоим, ждем. Можешь меня на. Кровать вообще сбоку. Что вы тут так пугаете? Конечно. Железо меч купить. Я 7. У меня одно железо осталось. Все. Я слышу драку. Так, вот так. Все. Нам на двою, блин, напали. Так что вот именно.
еще больше это. Надо вот это замаскировать. Так, что на них пойдем. Иди. Нет, подождите, я не купил броню. Она броню была поспешить купить. Ну тут что у нас? Экспресс. Я кровать охраняю. Вот это суфа. Это упалит. Так что себе жить, конечно, да? Так, а я сейчас вот так вот. Так, это значит, извините, я долго молчал. Никогда это сейчас что будет. Но пока они там справляются. Туда не допрыгну. Так что пойду. Так что надо еще купить. Да не на пушке. И одну мне. Взять. Да, на этом мы будем заканчивать. Вы скажете, что это я нубик. Я не нубик. Короче, это до следующей серии. Всем пока-пока и удачи. Не забывайте подписываться на канал и ставьте лайк. Всем удачи, всем пока-пока.